Здравствуйте. К сожалению, Сенькин почтовый ящик не такой большой, но, по крайней мере, на год его хватило. Подошло время каким-то образом его освободить. Вопросы задавали, как мы его будем освобождать. Мы решили сделать проще. Ваши записки просто сжечь и здесь же их развеять. Потому что я не думаю, что кому-то понравится, если бы они где-то валялись. Поэтому Сенька весь год трудился. Ну, а сейчас мы просто потихоньку будем вытаскивать и сжигать. Попробую сжечь, да? Отсырело. Влажно. Как мы всегда и говорили, все письма остаются только между вами. Никто их не читает, кроме ваших питомцев. Придется долго жечь. Влажные, конечно. Так в любую погоду. И в дождь, и в снег. И летом, и зимой. Надо было палочку. Да.
Александр! Александр! Веточку дайте мне какую-нибудь. Ёлку или как? Не, мне мешать тут, а то это... Я как-то не продумал о процессе переворачивать. Руками-то тяжеловато. Там еще и бананы и виноград. Там еще много. Еще, наверное, только половина ящика, да? Треть. Треть даже. Все старались. И писали, и мы честно вкладывали. А, не вытащили. Набили. Даже вот в конвертах. Так кто-то, наверное, от себя вкладывал лично во время личного посещения. Все ваши письма доставлены. Сенькин костер. Священное пламя. Thank you.
ветер не в ту сторону. Али на открытке, я уже жечь не буду. Или сжечь. У нас же ему адресован. Деньги желательно сюда не кидать. Кстати, очень много записок, которые не наши. Вот люди, да, сами кидают. Какой вместительный ящик. Вроде бы маленький, да очень удаленький. По времени как раз одни из самых первых записок.
целые открытки. Собственноручные. Синий ящичек пустой, так что давайте пишите, он все передаст. Хорошо, Гарик.